В канун Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно долететь на самолете в любой город России. Эта акция стала традиционной в воздушной гавани Поморья. Акция «Дань уважения победителям», которые воевали и встречаются с однополчанами. В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в аэропорту Архангельске имени Федора Абрамова ветераны и сопровождающие их смогут бесплатно воспользоваться услугами авиакомпаний. Аэропорт Архангельск предоставляет ветеранам Великой Отечественной войны и сопровождающим лицам регистрацию на стойке бизнес-класса, посещение комфортного бизнес-зала. Также авиакомпания предоставляет бесплатный авиаперелет. Чтобы воспользоваться этим, ветеранам достаточно предъявить удостоверение, а сопровождающим паспорт. Акция продлится с 5 по 17 мая. Кстати, новый летний сезон порадует и любителей Черноморского побережья. Отправиться на любимые курорты в Анапу, Сочи и Симферополь из Архангельска можно прямыми рейсами. Кроме того, авиакомпания «Второй Архангельский авиаотряд» планирует возобновить рейсы в Вельск с частотой 3 раза в неделю с начала мая. Александр Богданович, Денис Нечевский, Регион 29.